Леонид Игоревич Тимошенко, кандидат физмат-наук, ну и все вы прекрасно знаете, композитор, исполнитель, писатель. Пожалуйста. Он расскажет о гармонии звука и использовании для связи с высшими силами. Дорогие друзья, действительно, вот сами слова Скрябина о том, что познание Вселенной есть познание творчества. Это очень важно, потому что к музыке вот сейчас идет отношение как к какому-то, может быть, развлекательному, скажем, такому аспекте. На самом деле древние знали и знали, что это очень серьезная наука, серьезнейшая наука, по которой строится по всем тем же самым законам, что и Вселенная. Потому что мироздание законы и законы музыки, они и те же, одни и те же. Я, может быть, несколько слов потом скажу об этом. Это была целая большая статья у меня по поводу именно тех самых общих знакомых законов. Но вот сегодня как-то очень серьезные пошли темы, которые, ну, скажем так, уже мы начинаем задумываться о каких-то глобальных вещах, потому что все, я очень много посещал эти заседания, и как-то все же сначала шло на определенных частных темах, сейчас все идет более глобально. Ведь есть такая, скажем, мысль, когда известная провидица Ванга сказала, что в 2010 году начнется Третья мировая война. Все говорят, ну какая там Третья мировая война, 2010. Вспомните пожары, вспомните выброс этого вулкана, который парализовал и так далее. И что сейчас продолжается. И фактически мы сейчас находимся в этом состоянии вот такой войны, потому что за то время, по которому вот мы сейчас можем посмотреть, настолько сильно стало воздействие и через продукты, и через состояние, скажем, информации, и состояние даже самого искусства. И если сейчас я вам зачитаю вот одну маленькую такую информацию из одной из моих книг, я вам почитаю такое, что человеческий мозг, сознание людей способно к изменению. Посеяв хаос, подменяются истинные ценности на фальшивые. Литература, театры, кино – все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства. Будут вырываться духовные корни, опошляться, уничтожаться основы народной нравственности, будет расшатываться поколение за поколением, будут браться за людей с детских, юношеских лет, разлагать, развращать, расклевать молодежь. Здесь не указано, что через продукты и так далее. Это из программы Даллеса. Это за то самое время, которое сейчас произошло, фактически у нас все это и стало. Начиная с самого детского возраста, мы видим, насколько сложно на сейчас смотреть мультфильмы нового поколения. Мы не можем своему ребенку показать практически не тот новый канал, который идут на телевидении, там все разрушающее. Очень сложно найти новые какие-то детские направления вообще в искусстве, потому что строится опять-таки на каких-то позициях, но более низменного характера. И не говоря только о детских, вообще на всем уровне. И если посмотреть, то что же на самом деле происходит? Вот сейчас очень много было докладов, когда говорилось о том, что ну, очень страшная ситуация, но есть выход. Да? Новое земледелие, новые какие-то идеи, а что в искусстве? Я могу просто сказать на примере, наверное, своего примера, потому что занимаясь наукой, защитив диссертацию в 1985 году в Тарту по космическим исследованиям, это у меня были звездная тематика, переменные звезды. И как бы шел по уровню создания, скажем, своей лаборатории, тогда вдруг резко происходит что-то такое, что меняет всю жизнь. И за 20 лет уже творчества в музыке, в искусстве, написаны 7 книг, создано 182 альбома, то есть огромный массив какой-то музыки. А что на самом деле произошло? И вот сейчас я просто услышал такой вопрос, что есть цивилизации, которые являются разрушителями, а есть, которые что-то хотят нам дать. Вот я, например, считаю, что тот массив, огромный массив музыкальных частот,
можно назвать это даже не сколько музыкой, сколько музыкальных частот, который дан здесь в России тоже для какой-то определенной задачи. Почему от другой цивилизации? Если мы можем представить себе, например, то, что музыка является, скажем, какими-то информационными потоками, которые возникают в мозгу человека. Вот я сейчас буквально недавно был в университете московском, и был доклад по информации, и докладчик говорил, что информация может возникать только в мозгу человека. То есть идет процессы какие-то определенные, там космические или какие-то другие процессы, химические, а в мозгу возникает информация, то есть нет внешней информации, вся информация у нас внутри. И когда я ему задал вопрос, а что же тогда делает вода, которая запоминает информацию, почему в крещенскую воду появляется по исследованию того же самого Зенина новые спектральные линии, откуда берется эта информация и почему она является чисто внешней, здесь докладчик не мог ответить, потому что здесь сразу ломаются все его теории, что это возникает в мозгу. А что на самом деле происходит? А происходит, наверное, то, что практически не исследовано сейчас Виталия Правдивцева, которую очень трудно достать у нас здесь, даже в Москве. Я хочу сказать, что здесь первый какой-то акцент хотел дать. Почему другая цивилизация? Что за цивилизация и откуда она, для какой задачи? Вот сегодня писали тоже, значит, какая задача уничтожения через продукты, например? Кто уничтожает? А кто может противодействовать этому? А почему вдруг эта музыка оказалась очень сильно лечебной? И мы на протяжении 15 лет уже 7 групп исследуют, и вдруг выясняем, что она убирает. Как информация, знаете, есть информация болезни, это матрица, есть информация музыки. Вот мозг убирает эту болезнь сверхбыстро, за 10, за 15 минут изменяется состояние здоровья. И мы это на концертах, вот последний концерт 2 марта, я был очень, скажем, рад, что один из самых сильных экспертов на этом концерте был наш уважаемый Александр Семенов, который смог подтвердить, что действительно на глазах происходит что-то такое, но мы делали приборно, брали прибор Омега-М, программу, люди до концерта, после концерта приходят с очень серьезным состоянием болезни, сердце уходит в нормальном состоянии, приборно показано, не просто на каких-нибудь определенных, скажем, других вещах, как умозаключение, нет. Был какой-то очень сильный пробой, ушло. Что происходит? Почему вдруг в этой уникальной музыке, где 182 альбома, происходит это? Мы исследовали влияние на воду, исследовали влияние на мозг. Начинали работы с академиком Акимовым, он написал предисловие, думаю, моим книгам, и первые все были, скажем, эксперименты были поставлены под его тогда руководство. Он рано ушел, я понял, что он слишком много знал и знал, как дальше делать с торсионными, скажем, всеми технологиями. Сейчас это стало почти уже наукой, это очень серьезно, такой удар. Мы начали смотреть, а что происходит с классической музыкой, а почему нужно посмотреть, почему, например, та же самая музыка Вагнера начинает некоторых очень коробить, что на самом деле происходит. Оказалось, что во многих музыкальных произведениях находится информация. Самое удивительное у нас оказалось, что если мы знаем, что моцартская музыка, да, это полет, это мощно, это красиво, брали, что в окно дистиллированной воде вдруг появляется носитель электрический, когда музыка воздействует, или там диск лежит на, скажем, вот на этой воде, откуда они берутся в дистиллированной воде, их не должно быть. Но они появляются, значит, какая-то информация. И когда мы разговаривали и обсуждали с академиком Акимовым, он говорит, а это не электрическая составляющая, это информационная. Откуда информация-то в музыке? И вот когда я начал много задумываться и писать статьи, мы делали эксперименты, и с Ольгой Ивановной Каёкиной, которая уже много лет тоже мы с ней сотрудничаем, и вот делали когда эксперимент, давали тему «Живая земля». Вот у нас 10% мозга работает, вдруг начинает активизироваться 40%. А вот «Живая вселенная» почти 90%. Потом это выключается. То есть потом что-то происходит. Это надо исследовать. Я предложил здесь создание целого института в России. И насколько интересно, что человек начинает развивать не то что свой мозг, он начинает развиваться как человек. И может быть, он таким вот образом может создавать уже из себя существо, которое не под
не подвластны это воздействие старых энергий, которые хотят разрушить и через информацию в еде, и через информацию извне и так далее. Я опять хочу вернуться чисто к контактному характеру, потому что что могло послужить переходом для создания такого огромного массива? А на самом деле было такое, что в 81 году, в одной из книг у меня это очень четко описывается, я работал в Шамахинской обсерватории, это еще был Советский Союз, это был Азербайджан, в 3 часа ночи, по статистике, это самое, наверное, такое наблюдаемое, да, явление, наших явлений таких вот неопознанных, в 3 часа ночи происходит что? Огромный телескоп, которым мы работали, наблюдали, вдруг он, это цейсовская система, это очень сильная защитная система. Там целая система, так как он был где-то 50-х, наверное, 60-х годов, но цейсовская немецкая фирма поставила там двухметровый, это 2 метра зеркала, то есть это огромный телескоп. Вылетает вся сельсинная система. Что такое сельсинная? Это предохранители, целый огромный такой щит, практически все. Мы вручную закрываем купол, это 200 тонн примерно, вручную закрыли купол, это все, так сказать, с помощью специального устройства. И идем, и выходим. И вот когда выходим, со мной еще были 2 человека, и мы видим шар, скажем, размер этого шара очень трудно было определить, потому что, когда потом мы его оценивали, то трудно было сказать, это было до гряды, который на 7 километров, или после. В общем, по оценкам у нас получилось, что это порядка 100 метров, который потом разделяется на 2 шарика. И они, как такое гантелечко, разворачиваются, как твердое тело, и уходят в пространство. После этого, полная тишина, никаких, скажем, определенных катаклизмов, там, не знаю, каких-то изменений, ничего нету. И я после этого вдруг начинаю задумываться, а что на самом деле происходит в мире. Первое, что я начал делать, писать не музыку, а писать статьи. И вот самая первая статья, которая была опубликована еще в газетах Баку в 80-х годах, это статья о догонах. Ну что там астрофизику, над которой занимался только чисто с какими-то астрофизическими проблемами, вдруг нужны догоны. Догоны. Следующая статья «Звезды и динозавры. Падение тела на Землю». То, что сейчас муссируется на всех уровнях. Следующая статья «НЛО». Третья, сразу же, моментально. Меня вызывают в редакцию газеты и говорят, очень интересно, но вы все уберете, что касается неизвестных моментов, и оставите, что все это технически можно объяснить полетами там, каких-то космических объектов земных и так далее, инжекции определенных там электронов в верхней атмосфере и так далее, и так далее, и так далее. Почему? Потому что было постановление в 78 году, если мне не изменяет память, Верховного Совета о закрытии этой информации. Даже директор Пулковской обсерватории, академик Крат, был снят тогда с должности за то, что он начал с «Комсомольской правды» очень так широко говорить об этом. Так вот, самое интересное, что потом пошла музыка. И музыка пошла после вот этого события. То есть, фактически, я могу сейчас с полной уверенностью сказать, что какая-то определенная цивилизация, скажем, дала толчок сначала информации в небе, каким-то образом задуматься, выйти на информационный пласт, связанный там с очень интересными проблемами, которые тогда еще почти не поднимались, и это все начинать освещать в музыке. Освещать так, что практически вот эти 182 альбома, но есть произведение 21 час. Я попал 2 раза в книгу Гиннесса, и это произведение, которое, скажем так, это была идея Скрябина за 2 года до его смерти. За 2 года у него появилась просто вот идея создания мистерии или огромного действа, которое вибрационным своим воздействием может изменить пространство перед тем, как начнутся страшные какие-то катаклизмы. Я прихожу к выводу, что фактически такие вибрационные наборы, которые в этих дисках или как их назвать, там, произведениях и так далее, являются своего рода определенным орудием воздействия не только на самого человека, но и на пространство. И вот буквально в прошлом году
Я в Молдавии провел пространственный концерт не для людей, а для пространства. Происходило очень интересное явление в небе. То, скажем, небо серое с дождем, это все сразу начало исчезать, появилось солнце, и это уже не первый раз это было, и в Чехии это много-много раз уже мы увидели, что само пространство начинает меняться. Я могу сказать, что у меня были попытки остановить сложные ситуации мирового характера. То есть последняя попытка, но поддержки было никакой. Почему-то, я думаю, что потому что у нас и увольняют ученых, и увольняют, скажем, тех людей, которые не пытаются что-то остановить. Я пытался остановить, бомбардировки Ливии. Потому что я предложил сделать там музыкальное действие, которое могло потом на себя стянуть здравый смысл людей, понять, что что-то происходит совершенно нетривиальное, непонятное, скажем, для здравого человека, то есть уничтожение человечества фактически начинается. И вот таким вот музыкальным пространством что-то сделать, не поддержали. До этого мы делали очень интересную акцию создание такой акции, как протест вхождения в сил НАТО в Иран. До сих пор не дошли. Не знаю, может быть, это случайность. Но до этого я делал акцию по протесту вхождения в Ирак. Тоже провести такую. И Марина Владимировна Попович тогда единственная, кто поддержал и, скажем, эту акцию. Почему? Я вам скажу такой очень интересный факт, который был в истории. А в истории было такое, что Скрябин, композитор, который действительно вышел на информационную составляющую искусства как таковое, и он создавал эти произведения, которые были как отголоски, что ли, как отблески, что ли, вот от космических сил, космического разума. Он в 1910 году беседовал с очень интересным суфистом из Индии, Хазратом Инаят Ханом, который приехал в Россию, а он был очень серьезный музыкант, с большой, как бы, такие семейной такой традиции. Он создавал такие клубы в Париже, в Москве, там, в Петербурге, в Вене, клубы внедрения, что ли, восточного мышления в такой мелос, то есть в западный мелос и наоборот, значит, восточного мелоса, то есть восточной мелодики в сознание западного человека. То есть вот такой вот синтез, о котором сейчас очень много говорим, и очень много, скажем, сейчас и спекуляций, и в то же время очень много интересно. Вот он создавал по всей Европе такие центры, то есть соединение Востока и Запада. А что может соединить науку и религию? А что может соединить, скажем, направление мышления восточное искусство? Это другой язык, это очень серьезный вибрационный язык, который соединяется в любой нации, в любом человеческом обществе. И Хазрат Инаят Хан приехал в Москву и имел очень долгую беседу со Скрябином, который потом был просто одержим в создании вот этой мистерии такого мощного действия. Задача Хазрата Инаят Хана была совершенно удивительная, и об этом свидетельствуют источники, о том, что он хотел создать балет на восточную тему по поэту Шакунтала о Луне. Такая совершенно отвлеченная тема. Но музыка позволила бы России, слушайте внимательно, России не вступить в Первую мировую войну. Это зафиксировано. И не дать уничтожение царской династии. После этого, сами знаете, да, ему не дали это сделать, хотя внук Толстого помогал и так далее, не дала наша, скажем, бюрократия это сделать. Он уезжает, через 4 года умирает в Индии, в 54 года, кажется. Сейчас он является там святым, и у него даже есть мавзолей, где ему поклоняются, как очень такому серьезному святому человеку. Вот такая задача стояла. И вот тогда начал задумываться, а может быть действительно, что есть огромный массив музыкальный, который дан здесь в России. Вот сейчас здесь правильно говорили, я буквально совсем недавно был в Сан-Франциско и видел, что такое там Силиконовая долина, сколько там действительно биологов работает, огромное количество, в основном много наших.
биологические какие-то задачи они там решают. Это тоже очень странно, даже не странно, а это очень, скажем, симптоматично для нашего времени. И там я просто почувствовал, что измененное человечество, вот оно налицо, начиная с Америки. Вы представляете, огромные люди, в основном бедные, это вот негритянское население, там цветное, они имеют размеры, ну, несколько метров, вот такая толщина. А некоторые не могут ездить, уже ходить, их возят на колясочках. Вы понимаете, это богатые люди, люди, скажем, американские, белые, они очень подтянутые, спортивные и так далее, они питаются другой. Здесь дешевые продукты, они создают очень сильные и очень быстрые изменения всего вот этого населения, даже своего. Там магазины дешевые, я просто боялся туда заходить. Там все пишется, но пишется так, что если мы считаем, то добавка будет 100 с лишним процентов. То, что продуктов не знаю, сколько там может быть. Вот это все вместе создает возможность, наверное, и вот новых технологий, которые не дадут нам разрушать свой организм, то, что сегодня говорили из Ставрополя. А Ставрополь — это город креста, почему и Тавр. Это тоже не просто так, потому что действительно откуда должна быть вот эта сильная поддержка. И вот сейчас в последнее время я пришел к такой, скажем, мысли и созданию его, уже мы проводили и такие спектакли, создание так называемого театра синтеза искусств. И у меня всегда была мысль, и мне очень часто сейчас начали подтверждать о том, что это другой театр. Это создание пространства, где начинают работать, соединяя друг с земным планом другие планы. У меня был на Пскове... У меня еще есть время немножко? У меня был в Пскове такой момент, когда был концерт, а у нас световые, лазерные эффекты, экраны, очень красиво это все. Подходит женщина и говорит: как вы здорово делаете голографические картины. Я говорю: какие голографические картины? У вас стояла на сцене большая женщина в белом. Я говорю: у нас не было такого. Она говорит: нет, было. Мы были в Таганроге. Значит, люди специально, заведующий кафедрой психологии Таганрогского университета, пригласил девочку, Анастасия, кстати, называли девочку, второй курс, которая видит разные тонкие структуры. И она говорила, что в одном месте зала была вот энергия там Сен-Жермена, она называла там Кутхуми, Эль-Мори, то есть они как бы везде где-то присутствуют. И как она сказала, ну что Сен-Жермен должен был быть еще в другом месте, но он был здесь. И стояло очень высокое какое-то светлое существо, которое потом просто растаяло. Что происходит? У меня первый раз было, скажем, такое включение, когда мне сказали: вы знаете, над вашим концертом в Центральном доме художника Москвы еще 90-х годах красивейшие танцы наверху. Я говорю: какие танцы? Не может быть никаких танцев. Там красивейшие фигуры танцевали красивый танец. Вот в чем может, насколько уже 20 лет идет не просто контакт, а идет соединение тех энергий, которые можно называть неземные, той цивилизации, может, это духовные силы. Они дали возможность написать 26 икон Богородицы в самый сложный момент, и она начинает лечить вплоть до самых сложных болезней, вплоть до онкологии. Почему? Почему здесь? И когда я сейчас вот был в Америке, они говорят: дайте нам все, мы сейчас все это сделаем здесь. Я говорю: нет, это Россия. И поэтому я считаю, что наряду с тем, что вот эти все новые программы, которые здесь по своим, скажем так, интуитивному ощущению Александра Семенова, который собирает людей, тех, которые постепенно начинают давать соединение новейших программ о освобождении России, ни больше, ни меньше. И поэтому мне хотелось бы на заключение просто сыграть одну композицию. Я знаю, что у меня очень мало времени, но чтобы это было маленький-маленький фрагмент той самой мистерии, той самой, скажем, ну, такого предварительного действия, как мечтал Скрябин, а на самом деле она мне называется как увертюра. И самое главное, что увертюра называется «Октава вселенных». То есть это действительно через музыку можно очень серьезные проблемы. И если было бы еще время, я мог бы сказать, что сегодня говорили, что вот ВКонтакте у человека было, что не просто большой взрыв,
Есть какое-то тонкое такое дуновение, что ли, которое превращает вот этот невоплощенный мир в воплощенный от каких-то мощных. То же самое, вот когда делалась вот эта увертюра, то в одном произведении, которое называлось «Торсионные поля», в этом произведении один к одному была вот эта информация. Почему? Почему именно в России? Маленький фрагмент, который называется «Человек».